19 сентября теперь отмечается как День муромских чудотворцев. Священный Синод установил еще один день празднования памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. В связи с тем, что память этих святых совершается 8 июля, празднование попадает на период Петрова поста. Многие православные христиане хотели бы заключить брак именно в этот день, так как эти святые являются покровителями супружества. Поэтому Русская Православная Церковь пошла навстречу желаниям православных христиан и установила еще один день памяти Петра и Февронии – 19 сентября. В день перенесения их честных мощей.